Всем привет! С вами магазин мотоэкипировки FlipUp, меня зовут Филипп, и сегодня мы поговорим с вами о шлеме Shark Dashqual. Погнали! Итак, этот шлем французский, фирма Shark. Мы достаточно часто уже говорили про эту фирму, достаточно много вводной информации. Конкретно этот шлем известен тем, что он классифицирован в сертификации безопасности шлемов целых трех регионов. То есть это у нас получается Sharp, это британская классификация, это DOT, американская классификация, и ESC 2205, это сертификация европейская, как один из самых безопасных. Три сертификации достаточно сильно для шлема. Далее. Как и все шлемы от Shark, они имеют достаточно специфическую спортивную или околоспортивную форму. Они очень крупные, если посмотреть на мою голову и на этот шлем, можно увидеть, какая непропорциональная штука это. Но это очень многим мотоциклистам заходит, несмотря на свой, скажем так, объем. Эти шлемы очень легкие. 1,5 килограмма для интеграла вообще вполне себе нормально. С очками вместе, разумеется. Этот шлем у нас будет считаться спортивно-туристическим. Итак, поговорим про составляющие этого шлема. Скорлупа состоит из термопластика, визор классический мотоциклетный с пинами для установки пинлока. Солнечный визор здесь присутствует, достаточно тихий, однако при открывании и закрывании характерный щелчок все-таки слышен. Так, нижний воздухозаборник, верхний воздухозаборник и сзади под спойлером находится воздухоотвод. Итак, застежка классическая трещотка. А внутренняя часть неоднородная, где-то потверже, где-то послабже. Это для того, чтобы создать максимально эффективную амортизацию при падении. В дополнение надо сказать, что визор с увеличенным углом обзора, солнечный визор, противотуманный, технология EasyFit, которая позволяет ездить с этим шлемом в очках, и также технология быстрого снятия визора со шлема, для того, чтобы его очистить, либо закрепить пинлок. Итак, по поводу этого шлема, что можно сказать? У него очень большое количество поклонников, он достаточно тихий, бесшумный, говорят, очень удобный и отлично вентилируется. В принципе, как туристический шлем отличный, вообще сам его внешний вид очень многим нравится, особенно кто любит более агрессивную посадку. Спойлер и аэродинамика прям очень сильно к этому располагает. Ссылку на данный шлем мы оставим в описании. А на этом все. С вами был Филипп, канал магазина FlipUp. Подписывайтесь на наши обновления, жмите на колокольчик, ставьте лайки и оставляйте комментарии. До скорого!